Закончился первый раунд красномоглавика Мирзахид Имам Назаров, мастер спорта, город Ош. 2001 года рождения, боксом занимается 7 лет, счет боям не ведет. Чемпион Кыргызской республики 2020 года. Тренируется Мирзахид под руководством Таланта Арзеева. Данным соревнованием готовили заслуженный тренер Кыргызской республики Турдалы Уморов Талант Арзеев. Боксер красного угла получает предупреждение. Ташиев. 2002 года рождения, боксом занимается 11 лет. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по молодежи в Польше. Тренируется под руководством тренера Мелиса Мамедова. Данным соревнованиям готовили заслуженный тренер Кыргызской республики Турдалы Уморов и Мелис Мамедов.
боксер Синьков получает предупреждение. В этом бою со счетом 4-1 победу одержал Джентурё Ташиев.